Дмитрий, поздравляем с победой. Тяжелая игра была. Почему у нас команда, в общем-то, в фаворитах СКА, да, а Динамо испытывает некие проблемы и так тяжело было? Если посмотреть, у нас Динамо, Рига всегда такие матчи складываются очень тяжелые. Они играют такой очень вязкий хоккей, да. Ну, опять же, мы перетерпели первый период, второй, там смогли забить, сравнять счет. Ну и в третьем мы, конечно, повели в счете уже после удачной атаки. Поэтому, ну, все ребята играли, да, там первый период немножко смазали, но потом вроде все стало на свои места, может, потому что играли не на последний раз давненько. А не тяжело было? Сегодня тренеры предложили играть в три пары защитников. Вот на защитников сегодня груз ответственности большой был по такой игре. Ну, в принципе, мы все время в три пары играем. В принципе, нормально. Я просто говорю, давно не играли, может быть, пока вошли в игру, понадобилось время. Рига ничем не удивила абсолютно вас? Ну, они играли свой типичный хоккей, да, который мы привыкли видеть у них. Поэтому, я опять же говорю, у нас с ними складываются такие игры напряженные. Поэтому спасибо Ежову, что он нас выручил сегодня. Последний вопрос. На трибунах болельщиков чьих было больше, СКА или Динамо? Ну, было слышно и наших болельщиков. В Ригу приехали очень много болельщиков из Питера, поэтому очень приятно было играть и слышать поддержку.